Как приятно проснуться рано утром от запаха свежеиспеченного хлеба. В наш век техники не обязательно для этого жить в деревне. Хватит хлебопечки и этого рецепта хлеба на кефире в хлебопечке. Когда в доме появляется хлебопечка, первое время не обойтись без экспериментов. Рецептов для этого агрегата великое множество. И пока соберешь свою коллекцию, перепробуешь не один десяток. Ну что ж, внесу в вашу копилку еще один рецепт. Хлеб на кефире в хлебопечке. Как всегда, все предельно просто. Пробуйте. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. В миске смешать кефир, растительное масло, сахар и соль. К перемешанным компонентам добавить дрожжи и просеянную муку. Перемешать, вяложить в чашу хлебопечки. Выбрать режим основной, или французский, или итальянский хлеб, продолжительность 4 часа. После готовки дать хлебу остыть не менее 8 часов, после этого можно убирать хлеб в пакет. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Мука, 400 грамм, дрожжи, 1 чайная ложка, кефир, 270 мл, растительное масло, 1 столовая ложка, сахар, 1 столовая ложка, соль, 1 чайная ложка, количество порций, 5-7. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До встречи на канале!